Эта девушка выбрасывает все свои деньги в мусорный бак, оставляя чемодан и убегает. Уборщик, увидев это, шокирован тем, что так много денег выброшено. Внезапно появляются двое полицейских. Они проверяют чемодан, но не находят в нем денег и снова начинают преследовать девушку. Девушка быстро покрывает лицо и тело грязью, чтобы замаскироваться под нищенку. Полиция ищет ее, но находит только попрошайку. Попрошайка говорит полицейским, что девушка убежала, и они убегают не в том направлении. Тогда девушка снимает маскировку и возвращается к мусорному баку, чтобы забрать свои деньги, но с удивлением обнаруживает, что мусорный бак уже пуст. Она понимает, что уборщик забрал ее деньги и едет за ним на мотоцикле до его дома. Она обыскивает его дом в поисках денег и, наконец, находит свой чемодан. Но когда она открывает его, то с удивлением обнаруживает, что он тоже пуст. Оказывается, уборщик отдал деньги в полицию. В этот момент прибывает полиция, чтобы арестовать девушку, потому что